1 июля 2023 года стартует первый региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». Он направлен на духовное просвещение, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение молодежи к православной культуре, выявление молодых талантов. Организаторы отмечают, что, перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит, любить свою землю, свою родину. Конкурс предназначен для детей в возрасте от 9 до 17 лет. Пройдет он в трех номинациях. Основная тематика – православная икона, роспись по фарфору. Телеканал «Радость моя» так сложилось, что он является партнером этого конкурса. И мы специально сделали приз от телеканала «Радость моя» и одному победителю международного этапа конкурса «Красота Божьего мира» телеканал «Радость моя» вручает свою премию. В конкурсе «Красота Божьего мира» принимают участие юные художники из России, Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, Кипра. Оценивать их работы будут сотрудники синодального отдела, члены Российской академии художеств, Союза художников России, видные деятели искусств. Первый региональный этап конкурса продлится до 1 ноября. Таким образом, у одаренных ребят еще есть возможность присоединиться к нему.